Горнодобывающая промышленность Хабаровского края в этом году может поставить новые рекорды по добыче драгоценных металлов. Опережающими темпами идет разработка месторождений золота, олова и серебра. Как итог, за 10 месяцев этого года горняки уже заплатили в региональный бюджет около 5 миллиардов рублей в виде налогов. По информации Краевого министерства природных ресурсов, за отчетный период добыча золота составила почти 21,5 тонны, что на 5% больше плана. Серебра добыли 52 тонны с перевыполнением на 22%, а олова более 1000 тонн, что на 16% выше предполагаемого показателя. В этом сезоне мы опять прирастаем по золоту и значительно по олову, производство которого уже выросло на 50% в сравнении с прошлогодним периодом. Естественно, что увеличиваются и налоговые отчисления. Так, если за 10 месяцев 2017 года горнодобывающие предприятия уплатили в бюджет около 4,5 миллиардов рублей, то в этом почти на 600 миллионов больше, пояснил начальник управления недропользования Министерства природных ресурсов края Николай Ищук. Налоговые отчисления горнодобытчиков станут хорошим подспорьем для реализации в регионе социальных программ. Отметим, ранее глава региона Сергей Фургал заявил, что несмотря на режим экономии, ни одно социальное направление не будет урезано финансированием. В 2019 году на выполнение социальных обязательств потребуется более 14 миллиардов рублей, а для этого необходимо наращивать доходную часть бюджета. Напомним, что до конца этого года казна края дополнительно пополнится на 11,5 миллиардов рублей. В эту сумму входят налоговые поступления и межбюджетные трансферты из федерального центра.